name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, мы сегодня отмечаем день памяти величайшего русского святого последних времен. Today, dear brothers and sisters, we are prayerfully marking the memory of the greatest Russian saint of the final times of the Russian Empire. Он жил во времена, когда Россия стала преуспевать. И как отмечают западные историки, в 13 году Российская империя была среди передовых стран в мире во всех отношениях, экономических, культурных и так далее, и так далее. As many Western historians have pointed out, Russia in 1913 was one of the most progressive countries in the world in all spheres, in culture, economy, and so on and so forth. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, конечно, видел развитие этой внешней стороны жизни человека в России. И, конечно, это, может быть, даже и приветствовал в том смысле, что экономическая ситуация улучшалась, значит, его чада духовные и те несчастные люди, которым он помогал, могли выйти постепенно из своего бедного положения. And of course, St. John of Kronstadt probably was happy to see this happen, because he wanted those people he served, the poor, the people who were living in poverty, to come out of that situation and fend for themselves better, thanks to the economic boom that was happening in the country. Но вместе с тем он видел множество опасностей, связанных с этим внешним преуспеванием. Потому что когда человек сыто живет, когда он преуспевает в экономическом отношении, он становится духовно ленивым. И не хочу сказать, что это касается всех буквально людей. Конечно, были и есть люди богатые, которые не забывают о нуждающихся. Но в общем и целом правило таково, что чем богаче человек, тем больше он считает свои копейки, чем больше он следит за своей выгодой и забывает окружающих. Of course, Father John, St. John, was pleased that this economic boom was happening, but he also understood the elementary rule that once a person becomes prosperous in life and richer, he usually becomes spiritually lazy and begins falling away from God. Religion becomes for him just a tradition, a memory of his childhood, perhaps. And he begins to lead a minimalistic religious life. И вот это то, что происходило в России на глазах у святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он видел это, и он предупреждал, что если будет продолжаться, все закончится очень и очень плохо. И позавчера, в день памяти жертв ГУЛАГа, мы увидели, мы вспомнили снова результаты того
забывание Бога, который видел святой Иоанн Кронштадтский. Миллионы и миллионы людей были принесены в жертву безбожному коммунизму. And day before yesterday, we saw the results. We were reminded of the results of what happened in Russia in 1917 with the Bolshevik Revolution. The day before yesterday, in many cities of the world, particularly in Moscow, St. Petersburg, they remembered the Day of Remembrance of the Gulag victims. These are the people, the many millions who passed, who were perished, who were brought to the altar of militant atheism. The result that Father John foresaw. И, к сожалению, мы можем сказать, что и в нашей стране мы видим в каком-то смысле то же самое, хотя нам трудно на самом деле судить, потому что мы живем в этой обстановке, и нам трудно представить, что может быть так плохо, как было тогда в 17 году. Но, конечно, легче судить с нашей перспективы то, что произошло в 17 году. Посмотрим, что будет через 70-80 лет, когда будем наши внуки и правнуки будут возвращаться в наше время воспоминаниями и оценивать наше время. Но тоже люди начинают забывать Бога, забывать те благословения, которые Господь даровал этой замечательной стране, которая столько дала иммигрантам со всего света. And we can say with certain accuracy that similar tendencies are happening in this country, where we all live good lives, some better, some worse, but more or less good lives, prosperous lives. We get instant gratification in almost anything. We can don't even have to go to the store. We can just go on our internet and order something from Amazon, and the next day it'll be at our doorstep. We can turn the television on and watch movies and series and waste away the gift of God, time. We can ignore the poor. There are 20 million people who are living below the poverty line in this country. But there's a lot of glitz and glamour. And people are starting to forget God. So, in many ways, Russia and America are similar. Так что во многих отношениях Россия и Америка есть какие-то параллели. И вот отец Иоанн все это предвидел и призывал людей вернуться к Богу, вернуться к церкви. And Saint John foresaw all of this and begged people, preached for people to come back to the church, to come back to God, to live godly lives, to fulfill the commandments of Christ. He preached frequent communion. He himself served liturgies every single day, which is hard to imagine because he was constantly surrounded by hundreds and thousands of people asking for his prayers, asking for his help, asking for donations. Иоанн Кронштадтский призывал людей вернуться к Богу, к церкви. И он каждый день сам служил божественной литургии, или, по крайней мере, причащался. И трудно представить, как он находил время на все это. Ведь он всегда был окружен сотнями, тысячами людьми, которые просили его молитвы, хотели прикоснуться к краю его риз, хотели внимания, и он давал внимание. Он и просто трудно себе представить тот подвиг, который он нес.
Но к чему главному он призывал? Он призывал людей чаще причащаться, чаще приобщаться с Богом в святом таинстве тела и крови, чтобы кровь Христова текла в жилах наших, чтобы мы принимали благодать Божию и подкреплялись ею. So the main mission of St. John was calling people to the chalice, calling people to receive the body and blood of Christ so that his blood would be flowing in our veins. И вот мы в сентябре поставили замечательный памятник, который нам пожертвовали из Москвы. Он замечателен тем, что Иоанн Кронштадтский изображен с чашей в руке, в левой руке, а правой рукой, он благословляющей рукой, указывает на чашу, как единственно правильный путь не отпадать от Бога. And last September, for the 70th anniversary of our blessed parish, we received this wonderful monument to St. John of Kronstadt. It's wonderful in the sense that it shows what the main point of his preaching. In the left hand of the statue, he holds a large chalice filled with the body and blood of Christ. And with his right hand, in the blessing form, he points to the chalice, showing us all that this is the only and most effective way to come to God. И когда вы приходите в церковь, дорогие братья и сестры, подойдите немножко в правую сторону, взгляните на этот памятник, и пусть он вам напомнит о единственном правильном пути для церковного человека. And when you come to church, dear brothers and sisters, step aside to the right and glance at the statue of St. John of Kronstadt and let him remind you of that one and only way to receive God. Вчера мы молитвенно отмечали день убиения другого избранника Божия, последнего мученика 20 века, брата Йосифа Муньоса Кортеса. Yesterday we prayerfully marked the 22nd anniversary of the martyric death of the last martyr of the 20th century, Brother José Muñoz Cortés, who is buried in Jordanville, and about 60 or 80, I should say, because counting people who came in their own cars, about 80 pilgrims from this city went to Holy Trinity Monastery in Jordanville, New York, and witnessed a marvelous miracle at the gravesite of Brother José. We witnessed the miraculous overflow, literally. The myrrh was not streaming, but literally pouring forth from the Hawaiian icon, which was placed next to the grave of Brother José. This was captured on film. Last night I sent you a wonderful video with an interview with Father Nectarios Youngston, who is the custodian of the Hawaiian icon. I hope you have a chance to watch it and see what we saw, and give thanks to the Mother of God for what we saw. A wondrous miracle. And when we saw this, everybody said almost in one voice that the Mother of God was pleased to be next to her chosen one, the last martyr of the 20th century. Yesterday evening we had to cancel
the vigil for St. John of Kronstadt because of these weather reports were forecasting a possible tornado. Thank God the tornado didn't happen, but it's better safe to be than sorry, so we canceled the service. But and also we canceled the panihida for Brother Jose, which we always do on the 31st of October when he was martyred. But I served the panihida at home. I called his sister, Angela, and we put her on speakerphone and we served the panihida so that would bring her comfort. Я думаю, вы все поняли, что я сейчас сказал, так что я не буду снова повторять, особенно по-русски, но мы вчера отменили всеночную из-за непогоды. Слава Богу, что урагана обещанного не было. Но также была отменена панихида по брату Иосифу, который мы всегда служим 31 октября, в день его убиения. Но мы ее сейчас послужим, после целования креста. И здесь у креста дадим каждому свежую ватку с миром от Гавайской иконы Божьей Матери и трогательное изображение брата Иосифа, сделанное одной благочестивой серпкой, которая его очень почитает. Это подарок от матушек Свято-Елизаветинского скита в Джорнавиле. And as you come up to the cross today, brothers and sisters, before the panihida for Brother Jose, you will all receive a packet with myrrh, with cotton drenched in myrrh, from the Hawaiian icon, which was given to us last Sunday by Father Nectarios, and also a very nice little card with the illustration of Brother Jose, prepared by a Serbian lady who was greatly venerates his memory. This is a gift from the nuns of the St. Elizabeth Skeet in Jordanville, New York. The prayers of St. John of Kronstadt and Brother Jose, Lord Jesus Christ, have mercy on us. Молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского и умученного брата Иосифа, Господи, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. The blessings of the Lord be upon you through his grace and love towards mankind, always, now, and ever, and unto the ages of ages. Amen. Glory to thee, O Christ, our God and sure hope. Glory be. Wonderful in his saints, have mercy upon us through